Водители сигналят. Я подозреваю, что это в поддержку. Вот автозаки стоят. Здравствуйте, друзья. Здесь Дмитрий Юрий. Сейчас я хочу рассказать о том, как прошел митинг на проспекте Сахарова 10 августа. Я говорил, что я туда пойду, я туда пошел. Ну вот сейчас я захожу туда. Смотрите, огромное количество полицейских. Вот эти автобусы, которые вы только что видели, они зловеще достаточно выглядят. Огромное количество полиции. Вот. Это сейчас я стою на входе. Смотрите, толпу развели, чтобы не было толкотни. Это правильно, я считаю. Сейчас покажу через окно, посмотрите. Все достаточно быстро. Это я зашел за рамки. Люди, которые были вовлечены в так называемые массовые беспорядки, они были вовлечены, а должны отвечать. Это кто-то от коммунистов засветился и решил выступить. Вообще говоря, флаги были, как обычно, в Парнас. Они были очень близко к сцене, яблоко еще ближе к сцене были. Были достаточно много флагов от... Сергей Собянин, наш мэр! А теперь главный вопрос. А где человек, который возглавляет наше государство и молчит, несмотря на все эти события и репрессии? Такой президент! Я имею такого президенту! Все эти люди считают себя государством. Вот лозунги «Отпускай!» Отпускай тех, кого задержали на несанкционированных митингах. Там очень много было фамилий студентов. Ну, насчет флагов, смотрите, было много флагов различных левацких движений, левых, социалистических каких-то партий, которые вот, засветились ЛГБТшники, но радует, что не было фашистов и антифашистов. Вот это мне понравилось. Агрессии не было. Посмотрите, вот эти люди, очень похоже, что это сотрудники в штатском, которых наверняка здесь было немало, но вот эти вот совершенно явные, посмотрите. Сейчас их двое, вот он третий. Они явно наблюдают, что это делают. Наушников у них нет, то есть они не знают, как это тренируется. Ну вот мне показалось, что если вы не согласны, напишите, что вы не согласны. Ну, посмотрите. Явно накачанные продукты. Ну, впоследствии они немножечко заметили, что я их снимаю. Взгляд такой. Это явно сотрудники. Вот, они пошли. Я думаю, что здесь... Вот дедушка стоит. У него написано, что его голос не засчитали. Звук был очень плохой, плохо слышно.
политическим заключенным. Ну, на него никто не обращал внимания. Больше всего флагов России было. Вот там в толпе, недалеко от меня, я заметил Явлинского. Он был с группой каких-то людей. Флаги Яблока были далеко впереди. У меня камера не позволяет увеличить. Скамейки, ну, целый час. Немножечко в стороне. Это какой-то рэпер выступает. Вот, видите, я стою на скамейке. Немножечко в стороне, чтобы в случае беспорядка не будет безопасности. Я туда пошел, потому что мне не нравится класс, мне нравится обстановка в стране, мне не нравится, что инвестиционный климат не такой. Небольшая кучка людей, которые, в общем-то, берут между собой бизнес-контракты для бизнеса. Достаточно сложно, и нет никакой защиты частной собственности, это влияет на климат, и это влияет на инвестиционные клиники, это влияет на мои доходы, в конце концов, и на уровень жизни. Вот РСД, это Российский социалистический движение. Здесь написано, что Элла Ателла, но защитит страну от беспределла. Вот 16.22, пресса собирает свои манатки и уходит. Где автозак? Я хочу автозак! Надо сказать, что полиция вела себя очень корректно, скорее защищала правопорядок, чем притесняла что-то. Вот ребята с селфи делают, в том числе полиция. Вот все.